Мы вышли погулять с нашими детками. Такое молчание, такую красоту не хотелось прерывать. Стройка идет, какие-то кабеля, видите, эти коммуникации будут прокладывать, такие катушки большие стоят. Так, что там, где там самолеты летают, вон он летит там, не видно, за тучками. Пойдемте вон оттуда пройдем. Да? Дерево обрубили, так интересно. Только-только сейчас разошлись все тучи, только солнце вышло. Вот опять, смотрите, солнышко за тучку. Сейчас выйдет. Смотрите, на ваших глазах выйдет сейчас солнышко. Вот какие я кадры ловлю, да, смотрите. Прямо за тучкой, вот за этой тучкой. Прикольно. Что там? Потерял? Ну давай монстр трак свой возьми. Где он? Где монстр трак? Куда ты его бросил? Ну, сюда бросил. Две штуки сюда бросил. А знаешь, тут что может быть? Тут всякие эти могут быть. Тараканы. Вем. Ага. Ветер, очень сильный ветер, поэтому мы им так одели шапки. А Самуэль вообще уже после душа и ходит раздетый. Самуэль, пойдем. Пойдем, сынок, пойдем. Let's go, let's go. Такой хорошенький. Два гномика. Тут этот гриль делают люди. У всех, смотрите,
У всех по две машины. У некоторых по три. А у нас по четыре. У нас, говорит, по четыре. Моя доченька, молодец. Не расстраивается. Ну точно, смотрите, в каждом два две. А, да я знаю, почему по две. Тут же на два хозяина, да? Адель. Да, тут же на два хозяина. Точно, я забыла. У них знаете, как идет? Нет? На одного? Ну, вот смотрите, на одного хозяина, да, и два этажа идет на одного хозяина. Там две двери же, значит, на два хозяина. I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. Вход, видите, покрашен одним цветом. Это одна одного хозяина. Второй другим цветом, на другого хозяина. Специально так сделано, даже покрашено в разные цвета. Вот эти разные цвета, это отличительная, отличительная черта Стокгольма. В Стокгольме вот так. Там и в старом городе, вы, если вы помните, так покрашены здания. Все, наш Александр уже во всю Ивановскую бегает.